приближаемся мы, как скажем, к завершению покрытия стен. Остался еще листочек. Здесь мы не будем, здесь будет рабочая зона. И приступим уже к потолочку. Вот, да, где-то 125. Угу. 3 метра квадратных сделали. Давай, пошли. Арбайтен! Угу. Третий день нашей телестройки. Модернизация магазина. Уже вот половина потолка сделана. Стены все сделаны. Вау! Все, вот сейчас светильник тут надо вывести, построить. Место для бытовочки. Ну, короче, вот так вот как-то. Не знаю, стену может покрасить, хер его знает. Жена не хочет стены красить. Думаем. Вот и лето прошло. Ой-ой-ой. А у нас тут тепло, светло, сухо. А мы чай пьем, распиваем. Тут вот уже очень много новенького появилось. Вот мой Алексей Свет-батюшка обедает в 4 вечера. Наконец-таки. Решается строительство потолка. Любовь моя. Мама. Ну, что скажешь? Большовато, сука. Большовато? Ай-яй-яй. Так, вот уже потолочек весь. Стеночки все. Даже наша мясорубка построена. Рубка. Мясорубка. Уже на место все ставится потихонечку, помаленечку, по чуть-чуть.